Это будет типа журналистского расследования. По одной простой причине. Всем нравилась медтехника. Ценники дешевле, товар хорош. Куда испарились то? Да никуда. Вот оно событие. Они работают на город. Что такое город? Это пенсионеры. Пенсия у нас, мягко так говоря, слабенькая. А люди хотят мегасумму за аренду. То есть там, где было, вы поймите, аренда в разы больше. А зачем? Один ляд платите вы, наши уважаемые мною пенсионеры. И вариант-то прост. Дорогу просто перейдите, и вот вам та самая медтехника. Теперь поинтереснее стало, да? Теперь стало гораздо интереснее. То есть, господа мои и уважаемые жители города Магнитогорска, к сожалению, рано или поздно мы становимся такими же, как наши дети. Да, пока мы живем, пока у нас все красиво, мы можем жить красиво и ровно. Замечательно даже, можно так сказать. А уже потом, ближе к 65 годкам, или к 70, или к 80, дай бог, если мы столько проживем. Вы понимаете, я также взращиваю своего сына, да? Дай бог, он это же сделает и со мной. То есть, когда у меня немножко все это дело вернется, я бы попросил, чтобы мой сын пришел в сеть медтехнику и взял очень хорошие ходунки. Да, я не буду, наверное, быстро ходить, я же еще раз говорю. Мы живем под Господом Богом нашим, да? Он нам сказал, живите и получайте удовольствие. А еще живите и показывайте, что люди могут жить и качественно жить. Так вот, о чем мы будем говорить? Мы будем говорить о том, что медтехника дает вам возможность жить, и все это стоит абсолютно не сильно-то да и дорого. Залазить мы не будем, просто скажем, что все есть дешевле, чем в других медицинских центрах. Не верите? Так зайдите и проверьте. Потому что здесь заботятся о вас, и вы не переплачиваете, понтов нет. Есть любовь для горожан. Сегодня и сейчас я пока работаю для вас. Но рано или поздно моя работа закончится. Но сегодня и сейчас я вам показываю то, что жизнь человеческая не заканчивается. Она не заканчивается в природе. Когда-то она закончится, вопросов нет. Но дай бог, чтобы каждый из нас прожил максимально долгое время. И мы можем и сегодня, и сейчас сделать жизнь человеческую поинтересней. Каким макаром мы это можем сделать? Естественно, придя сюда, в медтехнику. Место, которое я вам показал, оно очень хорошее, реально хорошее. И когда я здесь прохожу, то есть, в принципе, я вижу то, что можно, даже используя небольшое количество ума, которое у нас все-таки присутствует здесь, да, сделать так, чтобы жизнь немного по-другому развернулась. То есть даже, допустим, если спинка болит, согревающий элемент, противорадикулит, то же самое здесь есть. Здесь есть много тех вещей, которые вам просто необходимо посмотреть. Теперь насчет цены. То есть наша цена у пенсионеров зависит от нашей пенсии, правильно? Я здесь не вижу ни одной штуки. Я здесь не вижу. Ну, вот даже если мы будем говорить о столе массажном двухсекционном, да, это сумма меньше, чем пенсия. Все остальное, в принципе, то, что должно быть. Просто придите, посмотрите и убедитесь, что никто никуда не переехал. Они как были здесь, так здесь и остались. Я уже неоднократно говорил, моя история – это лучшая часть. Да, есть и дорого, но это уникально. Да, есть то, что нужно, и цена для вас. Бывает такое, что человек может перемещаться, а ноги не ходят. Бывают случаи разные. И это и есть старость. Так вот, для старости, для тех, кто после операции, и, естественно, он должен ходить, здесь есть многое. Как и то, что помогает лечиться. И вы не думаете, что научный прогресс не думает о вас. Думает, и еще как. И все это можно купить здесь. Почему получился переезд? Ну, как бы вам сказать, вы же понимаете, Автомир, да, там ценники совсем другие. То есть было неплохо. Было неплохо, но приехал другой человек, который заплатил больше денег. Ну, ладно. Не в том суть событий. Чуть-чуть переместились на улицу Карла Маркса 121. Буквально, немножко, да? Там поработали, да? И что-то... Ну, опять же, что-то там случилось, не будем говорить про события. А теперь, с другой стороны,
Карла Маркса 121. От меня и вот до сюда это 1,75 м. То есть ровно через дорогу перешли, вот она самая замечательная медтехника. Та же самая медтехника с теми же самыми приспособлениями для качественного, совершенно другого качества жизни, понимаете? То есть мы не будем говорить, что в определенный момент все случилось. Нет. Даже используя то, что здесь есть, жизнь станет немножко другой. И это не такое большое уж удовольствие. Найти сюда и доехать вообще никаких проблем. То есть две точки. Советская армия и Карл Маркс 115. Вот, выходите до Советской, до Карл Маркс 115, здесь, грубо говоря, 150 метров. И до Советской армии 150 метров. Ну, чем не суть-то? То есть никуда медтехника не делась. Прямо через дорогу и вот здесь все для вас по цене малость другой, чем у конкурентов.